Светоотражатель. Светоотражатель. Да. Он чтобы машина видела ночью. Это чтобы машина видела ночью пешехода. Правила дорожного движения знают на отлично, но повторить их всегда полезно. В муниципалитете продолжаются профилактические рейды. Один щелчок спасает жизнь, твой шанс и средства индивидуальной мобильности, в ходе которых о безопасности напомнили и взрослым, и особенно детям. С приходом тепла на улице вывалила детвора, и многие ребята сейчас с удовольствием катаются на различных транспортных средствах. Сейчас у нас огромное количество транспортных средств новых появилось, да, сегвеи, различные ролики, колеса, там электросамокаты, гироскутеры. Все это такое новое, да, а для ребят наших они уже умеют на них ездить. Я думаю, что не каждый взрослый, даже если встанет на такой транспорт, да, удержит равновесие. Поэтому мы объясняли сейчас ребятам о том, что прежде чем кататься, они молодцы, они научились, но для того, чтобы это безопасно было, они должны использовать средства защиты. Шлемы, налокотники, наколенники и перчатки – основа безопасной мобильности. Забывать их дома не стоит, они действительно спасают от травм и ссадин. Десятилетний Артемий каждый день катается на площади у кинотеатра «Искра» и всегда в полной амуниции. Я всегда одеваю наколенники и шлем для своей безопасности. Кроме того, с ребятами провели профилактическую беседу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. И здесь ребята также показали отличные знания. Ходите на улицу. До 22 часов. Правильно. А после 22 часов что нужно? После 22 часов мы должны дома быть и вообще по-хорошему должны спать. Радует, что дети знают правила дорожного движения, также знают время посещения на улице, до какого времени они имеют право находиться на улице. Знают то, что не нужно нарушать общественный порядок, также знают некоторые статьи административного кодекса. Также в ходе профилактических рейдов сотрудники ГИБДД напомнили водителям транспортных средств о необходимости пристегиваться. Всегда, даже когда ехать всего пару минут. Это тот самый щелчок, который поможет сохранить самое дорогое – жизнь. Постоянно пристегиваетесь в машине? Да, постоянно, только вот сейчас вот отъехал в магазин, рядом просто было. Бывают случаи, что не пристегиваетесь? Да. Но вам сегодня повезло, что вы проехали мимо нас, пристегнувшись. Поэтому вот хотелось бы, чтобы вы пожелали нашим другим участникам дорожного движения соблюдать правила. Пристегивайтесь, уважаемые водители, на дорогах очень опасно. Что еще добавить? Будьте аккуратнее. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.